Буквально за три дня ДТП на пешеходных переходах области унесли две жизни. В субботу около 7 часов утра на нерегулируемом переходе в местечке Лесное легковой автомобиль сбил 52-летнюю женщину. Как позже признался водитель, двигался со скоростью 100 км в час, при разрешенной на этом участке не более 60. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Примерно в это же время, в понедельник, в деревне Жуково Ивановского района, также на нерегулируемой зебре неустановленный автомобиль сбил пожилого пешехода. Мужчина скончался до прибытия медиков. Автомобиль с места ДТП скрылся. Известно, что он направился в сторону города Иваново. Предположительно, это микроавтобус темного цвета. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя и транспортного средства. За уезд с места ДТП предусмотрена административная ответственность. Кроме того, за ДТП, повлекшим смерть человека, это уголовная ответственность по статье 264 Уголовного кодекса.